Продолжаем играть в Angry Birds. Как мы помним, мы не смогли убить там одну свинью. Но сегодня мы ее убьем. Мы сегодня всех свиней замочим. О, смотрите, как тут. Наверное, мы потом сюда сможем встать. Удобно. Расповорот. И чтоб все свиньи упали, надо, наверное, вот так. Ну да. Но одна звезда, неплохо. Опа, огромный ТНТ. Не ждите пощады, свиньи. Насвинячила я им конкретно. Ну да, мы можем теперь сюда встать. Как я и ожидала. Шикарно! Ага, первая часть Фредди, ни за что вы ее не услышите. Ну, здесь я ее тоже не услышу. Как-то понять. Обалдеть. О! Готова, свинья. Полетел праздновать. Там ТНТ огромное, ребят, смотрите. Там огромное ТНТ. В пещере. Надо ее разбить. Надо ее разбить. Тут одна осталась свинья жить. Слушайте внимательно. Ну, по-моему, похоже. Если что, если похоже, пиши лайк. А если нет, ты можешь лайкнуть-то. Чё, простите? Что это сейчас было? Сейчас мы ей... Давай, Ред. Отлично, две звезды. О, смотрите, у нас тут... А, кстати, какой у нас босс будет в этом? Так. У нас будет свин-лыжник, а... Так, значит, у нас был свин-полетчик. А у нас будет сегодня, значит, попробуем открыть свина-лыжника. Когда у меня же Матильда появится? Я Матильду хочу. Доигралась свинья. А как ты жива осталась? Да, ну у меня есть две попытки. Хочу Матильду себе. Для красного здоровяка. Надеюсь, вы вторую часть не услышите. Или услышите, но не скоро. Даже граница вышла случайно. Че ты ржешь? Слушайте внимательно. Как-то так. Давайте. Бай-бай, Ред, ты улетел в пещеру. Нет.
Крепкий лед нынче растет. А вот слушайте третью часть. Как-то так. А то красиво. Тут немного другая музыка. О! Что это? А, просто фигня какая-то. Если мы ударим под этим углом, то у нас ничего не произойдет со свиньей. А если мы... Так. Идея. Если мы возьмем и просто вот так вот... Поместимся, вот так вот ее собьем, то у нас... Умрет свинья. Иди, знаешь, что я могу сказать? Ирод упал. Эх, мне нужен бомб. Тремя птицами я ни одну свинью не собью. А, надо так сделать. Ну да. Ничего не вышло. Надо сразу две свиньи убить. Или же разрушить что-нибудь. Ты же знаете, да, какая задача в этом Angry Birds? Убить всех свиней. А я не могу с этим справиться. А что это было? А-а-а, поняла, все. Режем. Привяжем и будем в них так вот стрелять. Лёжа. Для меня это удобно. Задел бы он еще эту свинью, было бы все шикарно. Ну, тут уже никак. Даже свинья не сдохла. Я поняла. Надо бить сюда. Ну, или вообще не бить. Естественно, свиней я убить не могу. Теперь у меня вопрос большой в Angry Birds. Почему свиньи тут зеленые? Это странно. Так, а сейчас задалась этим вопросом. Почему свиньи в Angry Birds зеленые? Скоро услышите четвертую часть Кнафа. Хотел, чтобы он полетал. Задел же почти. Вот это я! Да, я Эйнштейн. Что с меня взять? Пусть на одну звезду, зато я их убила. О, а тут уже немного посложнее. Надеюсь, у меня все получится. Надо всего лишь... вот это вот разрушить. Да, и ничего нам не дадут. Так, давай, Ред. Лети! 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 Слушайте четвертую часть. Что-то так и звучит. Полетал. Один куб, да ладно. Ага.
Я все поняла, ребят. Я поняла, как это все делается. Надо сбить вот эти все штуки. Тогда мы, наверное, этих свиней... А, нет, так, так не выйдет. Потому что они, да, тут вниз ходят. Готовьтесь слушать. Да, я одним голосом говорю, но я просто в некоторой части Фредди не играла. Бывает, да. Я прям Робин Гуд какой-то. Прям так с части на часть. Не хочет, хочет. Полетал. Прощайся с друзьями. И... Ой-ой-ой, ой! Почему не в другую сторону? Так, давайте. Куда-нибудь стрельнем. О! Жирно, но ни одну свинью не убили. Обидно. А еще и шар не сбили. Шикарно. Одна свинья осталась. И осталось одно. Осталось. Шестая часть Фредди! Так, ладно, сейчас не промазать. Да! Вон она сидит! Вон ее уже нет! Парчий праздник. Да, я про, я знаю. Две звезды, одну точнее, шикарно. Свиньи. О-о-о-о! Я знаю их. Ну, я Матильду хотел, но они тоже хорошо. Они, блин, мощные, смотрите. Они реально мощные. Да! Тенчики мои. Не слышу, птенцы. Конечно. Что за него лицо? Выглядите, а у него есть? А у него нет, у него слишком фильм маленький. А они мощные. Шикарно, две звезды! О. Обалдеть. Значит, тут один взрослый и мелкий, два мелких птенчика. А их шесть, смотрите. Они, когда его затягивают, они кричат разными голосами, хоть он и кажется, что один. Но их на самом деле трое.
Ну да. Вот мне нравятся эти птички. Сильно. Все, прощай, там седьмая часть Фредди. Ты меня не услышишь никогда. Опа. Птенчик. Давай. Ну, ребят, смело заявляю, что я профессионал. Так, а вот теперь большой вопрос. Наверное, нам вот так вот. Ну, да, слабо. Какой-то Ред не ахти. Сильный. Эх, могла бы башня упасть. Надо замок сбить. Просто только не седьмая часть, Фредди, пожалуйста. О, да! Так, снимай часть Фредди, ты меня не слышишь никогда. Ну что ты там летаешь? Слабо. Так, давайте уйдем и уроем эту свина. Давай, последнее хп у него осталось. Бомба. Давай! Давайте! Парти рек! О, вода! Водичка! Поплывайте! У нас тут, походу, типа, такой парк. И тут корабль свиней. Ну, сейчас там в него запустим. Обидь, обидно, он же рядом. О. Дискотека. Давай! О, у нас тут их двое. Теперь трое. Точнее, да. Весь комплект почти. Ну, вот еще есть у нас. Седьмая часть Фредди. Восьмая часть. Щербит. Восьмая часть. Так, девятая часть уже. О, какой прикольный.
Давайте-ка заново. Ну это ж надо, блин. Пока. В общем... Ну ладно, всем пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Все эти ролики мы будем играть уже совершенно другую игру.